20 грамм желатина сила 200 блюм заливаем водой 40 миллилитров. Белый краситель разводим водой. 20 грамм глазури растапливаем на водяной бане. 10 грамм глицерина добавляем в разбухший желатин, а также добавляем все ингредиенты, растопленную белую глазурь и белый краситель. Вливаем смесь на силиконовый коврик и распределяем тонким слоем. Этого количества хватает на 3 листа А4. Если у вас нет силиконового коврика, можно использовать файлик. Через пару минут проверяем, чтобы масса не липла к рукам. Берем кандурин и припыляем всю поверхность нашей массы. Аккуратно отклеиваем нашу ткань от силиконового коврика. Обратную часть тоже припыляем кандурином. Обязательно припыляем всю поверхность нашей ткани, иначе она будет очень липкая. Это не обязательно делать кандурином, также подойдет просто крахмал. Но благодаря кандурину ткань становится такая шелковая, красивая и атласная. Ткань можно покрасить любым цветом. Она очень мягкая и податливая. Такой декор очень легко делается, выглядит эффектно и очень просто хранится. Достаточно завернуть в фольгу и убрать в морозильник. Достать за пару часов перед декорированием. Если будете готовить по моему рецепту, то обязательно меня отмечайте, мне будет приятно. Спасибо!